Вот он снова. Слушайте, хорошая луночка. О, смотрите, как сожрал. Блесны почти не видать. Вот он, смотри. Как жадно. Глотает, конечно, жадно. Ну, неплохой ротан, совершенно неплохой. Начал ловиться. Приветствую вас, друзья рыболовы. Снова сегодня я нахожусь на рыбалке. Сегодня я был на фестивале, который проводил клуб любителей ловли леща, организатор Паша Удача. Вот. Замечательный фестиваль. И фестиваль этот назывался Ротаниада. Представляете, какой фестиваль? Первый раз я присутствую на фестивале по ловле ротана. Вот. Много разных фестивалей фидерных, там по мормышке и так далее, спиннинговых. Но по ротану первый раз я участвую в фестивале. Вот. И с замечательным результатом, но до этого дойдем. Сегодня у нас 25 ноября 2022 года, замечательная погода, на улице минус 20, солнышко, мороз такой прям ядреный, но ветра практически нет, на льду комфортно, ну нормально, себя чувствую очень даже хорошо, хотя вот если ловить с открытыми руками, конечно же они подмерзают. Здесь давайте поставлю прогноз погоды на сегодняшний день. Ловил я сегодня снова на свою удочку Акара Ice Pro 355 на блесну со впаянным одинарным крючком. Опять замечательно себя эта снасть показала. Ловил на мясо, вот, прикармливал толченым ротаном, короче. То есть все как обычно, в ротане рыбалки все так. Вот. Что хотел сказать по самой ловле. Ротан такой ленивый, блин. Вообще очень ленивая рыба. В плане каком? То есть если играешь, допустим, на окунь, там более, ну, скажем так, более интенсивная игра, да, то когда ловишь ротана, нужно играть прям медленно. То есть раз, маленький короткий подброс и ждешь паузу 10-15 секунд, может быть, и прямо на конце паузы то он может клевать. Вот, то есть если ловить, допустим, с подбросами с паузы 5 секунд, он может вообще не клевать. Вот, а так немножечко раз, коротенький подброс, чуть-чуть вот подыграешь как мормышкой, блесной подыграешь как мормышкой, раз, паузу делаешь, через какое-то время тук, поклевка. И клевал он сегодня как-то не жадно. То есть вот кусочек мяса достаточно небольшой был на крючке, а он его все равно не зажирал сразу. То есть подплывет, тук-тук попробует, попробует. Нельзя сразу подсекать. То есть ждешь, когда он его зажует, и только после этого уже через какое-то время, когда уже хорошая поклевка, то только после этого подсекаешь, только после этого он попадается. А иначе нет, иначе все мимо. Вот. В общем, такая была довольно интересная рыбалка в этом плане. Необычно. Ротан обычно жадно берет, а тут нет. Нахожусь я сейчас в Октябрьском, не в том Октябрьском, который по Челябинской трассе, а в том Октябрьском, который у нас находится по Режевскому тракту. Кому интересно, посмотрите, в клубе любителей ловли леща, там есть вся информация про этот фестиваль, вот, и в том числе и координаты места ловли, вот, если вам это будет интересно. Ну а вообще, конечно, желательно отслеживать все такие мероприятия, которые проводятся. Не обязательно это ротаниада. Бывает там и жерличный драйв, бывает там карасевый бум и так далее. То есть, что хорошо, когда отслеживаешь это мероприятие? То, что, как правило, там дается точка сбора на каком-то конкретном водоеме, да? Как правило, там публикуются результаты, которые достигли там люди, которые участвовали в этом фестивале. То есть, можно понять, что в каком месте клюет в этот день. Вот. Ну, никто же не будет тут скрывать, утаивать и так далее. То есть, вот, напрямую видно, что человек ловил в этот день, что он поймал. По итогу этого фестиваля я занял первое место. Представляете, в ротаниаде занял первое место. Не думал, не гадал. Вот. А вообще, конечно, замечательный клуб любителей ловли леща. Замечательная организация этого мероприятия была, как всегда, душевная компания, очень добрая, хорошая. Ну, в общем, все на высоте. Сразу видно, люди, которые постоянно такие мероприятия проводят, у них все организовано хорошо. Вот. Нет никаких накладок там и так далее, там каких-то шероховатостей. То есть все проводится гладенько и очень приятно. Кучаев Василий ловил на срез одного места рыжей коровы. Вот такой обалденный этот. Эта штучка вешается. На палатку можно повешать. Можно на табуретку, можно на раскладушку. Короче, 6 углов шьют. Ну и гуманитарная помощь от клуба. Спасибо. Молодец, вставай, девушка. Вставайте. Ребята, фотографируйте усиленно. Второе место. Девушка, которая приехала позже всех, но она знает, где ручка у этого ротана. Вера, молодец. Гриша, ты что? Ты же не Вера.
Всего 950 грамм. Также вот эта штукенция прикольная. Гуманитарная помощь вам. Молодец, что это. Спасибо. Маша, кстати, у нее наловил 650 грамм. Это вот этот вот маленький. Знали, куда садиться, видимо. Так, мой первое место. Ворвался в наш фестивальный коллектив, товарищ спортсмен. Родин Сережа. 3 килограмма там с кем-то. 320. Молодец, Сережа. Почетный диплом. Гуманитарная помощь. Ну и вот эта штука, давайте покажем, что это такое. Это прикольная штукенция такая, она как бы на липучках, тут карманы всевозможные. Можно. Ну вот этот карман, сами догадываетесь, для чего. То есть тут. Все поняли. Все поняли, что. А что вы поняли? Шабалку, шабалку. А ты как думал? То есть, ну я про другое, естественно, в меру своей фестивальной испорченности. Молодец, Сережа. Вот. Общее впечатление от этого сегодняшнего дня, конечно, сложилось только замечательно. Немножко хотелось бы, может быть, покрупнее там. Ну и так скажу, что вполне нормальная рыба сегодня клевала. Вот здесь давайте поставлю итоговую рыбу. Да неплохой. Вот, ребят, нормальный, нормальный ротанчик. Вот он, смотрите, какой шикарный звереныш. Вот он какой, смотрите, пузатый, надулся. Во. Вот он, красота. Красотелла. Смотрите, какой. Ох, жабеныш. Расщеперился, надулся, конюга. Вот так вот ходишь от луночки к луночке, потихонечку. Поиграешь, остановишь. Еле-еле. Красотелла. Красотелла. Попался без поклевки. Маленький, я даже не почуял его сначала. Просто повис. Еще один, дружок, смотрите, хороший такой. Нормальный ротанчик. Такие, ну не совсем маленькие, не совсем большие. Соточка где-то такой. Так, ну что, ребят, вот такая вот у меня сегодня кучка ротанов, смотрите. Нормальные, кстати, жабы, очень даже неплохие. Двух самых крупных положил я вот сюда на варежку. Вот, грамм по 150 они. Самый крупный 155 я сегодня взвешивал. Вот. Ну и остальные, смотрите, вполне такие приличные жабы. Не маленькие. Вот. Что? Нормальные жабеныши. Нормальный ротан. Вот. Вот такие вот основная масса. Вот. Ну и крупных много. Крупных много. Вон они есть. Вот. Там, не то, что я их наверх наложил. Вот смотрите, там и снизу достаю. Ну а чтобы вам было понятно, вот самые крупные, да. Вот такая вот у меня сегодня получилась ротаниада. Замечательная. Вот как вы видели, такая рыба у меня сегодня клевала. Замечательно. В принципе, очень неплохой день. Вот. Провел день на природе. Отдохнул душой. Занял первое место. И довольный. Сейчас поеду домой. Ну, а на этом с вами попрощаюсь. Всем пока. До встречи на рыбалке. Смотрите, норка бежит. Сейчас мы ее рыбку скормим. Дай-ка, дай-ка. Она, смотрите. Она несется. Норка. Хотел я рыбу скормить, а она спряталась под берег. Сейчас посмотрим, может, и не спряталась.
Да. Куда она девалась? Нет, все, она где-то здесь, в своем гнезде. Точно вот сюда вот она ушла. Вот следы ее. Ушла. Ну ладно, мы ей оставим рыбку. Пускай она ее найдет и скушает. Вот так, я думаю, найдет и скушает.